Справедливая награда. Сочинив хвалебную косыду в честь повелителя вселенной Тимура, Насреддин Афанди направился во дворец. Придворный привратник не хотел его пропускать. «Ты получишь богатый подарок, Афанди», — сказал привратник. «Я пропущу тебя, если ты дашь мне что-нибудь». «Ты получишь треть награды», — пообещал Афанди. Привратник тотчас же пропустил мудреца, но у входа во дворец вышел навстречу дворецкий и не пожелал открыть дверь. «Ты получишь треть награды», — сказал ему Афанди. Он поспешил в зал, где Тимур развлекался в обществе медоточивых поэтов и луноликих танцовщиц. Но на пороге мудреца остановил сам Кушбеги и не пожелал его допустить пред светлые очи повелителя мира. «Ты тоже получишь треть награды», — воскликнул отчаявшийся Афанди. Наконец удалось мудрецу припасть к подножию трона и продекламировать свое произведение. Косыда очень понравилась Тимуру, ибо Афанди не поскупился на самые лестные сравнения и восхваления. Тогда Тимур объявил, чем тебя наградить. «Соблаговоли повелеть дать мне 300 плетей». «Поистине ты сошел с ума», — воскликнул Тимур. «Нет», — ответил Афанди, — «только прошу раздать плети тем, кому я обещал взятки, чтобы меня пустили к тебе прочитать косыду. Из 300 плетей 100 получит, как я обещал, главный привратник, 100 дворецкий и 100 сам Кушбеги, чтобы они не сказали, что Афанди — обманщик».